Да. Здравствуйте, Виктор Юрьевич. Здравствуйте, Игорь. Вот территория лагеря «Красный сон». А можно как в Москве? Реновация. Признаем аварийным и... Извините, а вы кто? А вы кто? Я директор лагеря. А мы дети особенные. Лагерь вообще-то закрыт, признан аварийным. И мы даже не приспособлены для таких детей. А они приспособятся. Я плохой! Проблемка маленькая нарисовалась. Едь все в лагеря. Смотрите гречку, мусора! Нам тут не нужно это. Выполнение. А где ваш вожатый? Алло! Им сели в никто. Это что за дети? Они что, будут жить с нами? Пацаны, гаси! Бой! Что творится? Ты что, обощался? Где дети? Может, сбежали? В смысле сбежали? Не боись! Горы, лыжи, скорость 130, летишь. Злодей, что ли? Нет, ну я просто это по-взрослому решил. Чем тебе рассказывать, как жизнь устроена, как деньги зарабатывать? Ну, вперед, полежать-то я могу. Я на жопы хочу смотреть! Инстаграм придумали, чтобы смотреть на жопы! Ну что ты с ними носишься? Святой хочешь быть? Какую партию ты разыграл, а? Вообще, это, наверное, самое яркое приключение в их жизни. Угощайтесь. Ты мой гром. Бойцы! Верхом на звезде. Раздеться зачем? Всего доброго.